Баскетбольный клуб «Ника» объявил о подписании первого новичка. Состав команды пополнила уроженка Словении Ева Лизек. Родилась 17 июня 1995 года в городе Цели. Начала карьеру в 15 лет в местном клубе «Гроссупле». С того времени успешные выступления в ряде европейских клубов, 4 Евробаскета, игра в курском «Динамо». Ева Лизек неоднократно признавалась самым ценным игроком чемпионата России. Играет как на позиции центрового нападающего, так и тяжелого форварда. Ее рост 193 сантиметров, вес 85 килограммов. Ева Лизек – это по-настоящему громкое имя в женском баскетболе. Мы все видели, как она играет, как приносит победу своей команде и прекрасно понимали, что это тот игрок, который нам нужен. Я рад видеть Еву в «Нике» и уверен, что болельщики ее полюбят. Так прокомментировал первый трансфер этого межсезонья президент клуба Руслан Семенюк.